На сцене, как рыба в воде. Под софитами Дома культуры Екатерина Стадниченко, считай, выросла. Поет уже 12 лет. Из последних достижений – участие в Московском фестивале. А мечта – победить в проекте «Голос». Отчасти она ее исполнила, не выезжая из региона под любимые ритмы джаза. С одной стороны, я чувствовала в себе силы, уверенность в своем репертуаре. Композиция была очень сложная, но все равно было как-то немножко неожиданно. Яркое шоу на сцене Рубцовска от начала и до конца – проект местный. Все артисты тоже. В этом году здесь, вслед за столицей, провели свой «Голос». Такого интереса жителей, говорят организаторы, давно не видели. На отборочный тур пришло 70 человек, а подарили свой «Голос» зрителям 40 из них. Для нашего города это достойный проект, потому что даже, может, кто-то где-то не занимается, у него есть такая возможность прийти и заявить о себе, прийти и показать свой голос. Права на ошибку здесь не было. Тур, он же финал, в трех возрастных категориях. На одной сцене и лауреаты международных конкурсов, и певцы-любители. При этом шанс на победу у всех был равным. Оценка идет голоса, и оценка артистизма, и оценка номера. И тем не менее набирают одинаковое количество. И вот мы буквально у средней параллели спорили, кто же победитель, потому что там три человека набрали одинаковое количество баллов. Вот. Это говорит о высочайшем уровне. В итоге главный призы в своих номинациях взяли Екатерина Стадниченко, Серафима Соломатина и Алина Пастухова. А последняя завоевала и гран-при конкурса. По словам жюри, с этого года «Голос» в Рубцовске будет звучать ежегодно. Елена Макаренко, Анастасия Дороган. Наши новости.